Сейчас мы находимся в городе Алма-Ата, это Казахстан. Здесь проходит второй по счету спорткэмп компании NL International. И здесь большая группа мужчин, которая не щадит себя и не идет ни на какие компромиссы. И нас ждет впереди еще самое интересное. Друзья, спасибо вам большое всем за то, что вы здесь. Спасибо вам за то, что вы поддержали нашу идею. Welcome! Podcast версия 2! Показали, что это не только женский бизнес, но и мужской. Тут очень много мужиков. Да я сам офигел, насколько все заряженные, насколько все подтянутые. И расслабляйтесь, горы — это экстремальная среда. Это вот кусок настоящей жизни, кусок реальной жизни. Здесь не существует никаких законов бизнеса. Короче, по итогу мы как-то обойдем вот так и пойдем вот туда. Нас завтра ждет абсолютное сумасшествие, у нас завтра будет крутой день. Я буду пересаживаться в разные бусы специально, чтобы пообщаться со всеми. Ребята все собираются. Такая история, это просто мы пережили все вместе, как одна семья. Есть экшен, да? Для меня это одно и то же. Спорт, бизнес. Что в тренировке ты должен идти до конца. Что в бизнесе, когда случается какой-то предел, вот особенно психологический, тебе вот эта вот эмоциональная устойчивость, приобретенная на тренировках, она предлагает через этот предел пройти. Весело. Выживаем. Вот они, наши три точки. Потому что машина очень медленно прям перед нами падала. Она падала настолько медленно, я что мне кажется, позвонить. мы успели сказать, она что, реально упадет что ли сейчас? Я не представляю, что эпичнее вообще могло произойти без последствий. Спорткэмп – это постоянная физическая усталость, однозначно. Это вкусная еда. Это много веселых, хороших шуток. Это природа. И это атмосфера. Будем плыть. Спорткэмп – это очень спортивно. Это весело. Это познавательно. Короче, познаешь себя в этом всем супермужском сообществе. Мадрид. Лучше, чем кофе. Че, как? Отлично. Я не ожидал, то есть мы же не знали вообще, что будет происходить. Появился какой-то такой сумасшедший заряд победителя. То есть такая сумасшедшая мужская энергия, которой не хватало на самом деле в нашем бизнесе. Здесь эта энергия настолько тебя схватывает, что хочется двигаться дальше. Вчера вечером был костер, о котором я мечтал на протяжении 25 лет. Я не смог бы сделать это один, без вас. Спасибо вам огромное. Вы крутые. Если на этом спорткэмпе тебя все еще нет, тебе стоит об этом задуматься. Потому как спорткэмп – это точка твоего роста и точка твоих достижений. We see the finish a mile away.